Итоги президентских выборов по-своему подвели работники предприятий Ярославля. Сегодня они собрались на митинг, посвященный победе Владимира Путина. Сомнений в этом у собравшихся не было. Яна Хромова рассказывает. Сегодня ворота рядом с проходной предприятия «Автодизель» были открыты. Редкий случай, когда на завод можно было пройти не по пропуску. Здесь состоялся митинг по поводу победы Путина. Ярославль – победа Путин. Под таким лозунгом на главной площади моторного завода собрались работники многих промышленных предприятий города. Здесь были представители трудовых коллективов шинного и электромашиностроительного заводов, дизельной аппаратуры, НПЗ, НИИМСК, Института приборостроения. К ним присоединились и ярославские профсоюзы. Всего более полутора тысяч человек. Наше общество стало требовательнее. Демократические механизмы в нашей стране стали работать. И в этом большая заслуга его, Владимира Путина. Мы голосовали по совести и надеемся, что он нас не подведет. Хотя окончательных результатов выборов президента еще нет, всем ясно, что Владимир Путин уже победил. Он уверенно лидирует, и никто не сомневается, что он станет главой государства. Мы знаем, что власть в надежных руках. И то, что намечено, будет выполнено. Лейтмотивом сегодняшнего митинга стало слово «стабильность». Оно не раз звучало со сцены. Об этом же говорили и люди в толпе. Это единственный сильный лидер в стране. Потому что мы знаем, что с приходом Владимира Владимировича Путина в классе будет, значит, правильный путь страны. То есть это и внешние политики, и стабильность в экономии, и национальное равенство. Я помню советскую власть, помню 90-е годы. Я за стабильность. И против оранжевой революции. Выиграл на этих выборах человек, который, по моему мнению, единственный, который был достоин этой высокой должности. Поэтому я был в Москве, поэтому я был вчера на избирательном участке весь день. Я работал там. Поэтому сегодня я здесь. Яна Хромова, Сергей Чекмарев, городской телеканал.